Любви, особенно к танцам, все возрасты покорны. Лучшее тому доказательство прямо у вас перед глазами. Огород и внуки не мешают барышням всегда молодым душой приходить на танцплощадку, тем более такую. Если выражаться современным языком, то по выходным в хорошую погоду у Дворца культуры «Цементник» происходит маленький опен-эйр для тех, кому за. У нас коллектив очень дружный. Женщины, сами видите, какого возраста. Всем очень нравится ходить, потому что это движение, а движение – это жизнь. Это хорошо для сосудов, хорошо для суставов. Чувствую себя вообще на 18. И ничто из современных музыкальных тенденций им не чуждо. Благодаря своему инструктору, в недавнем прошлом имевшему профессию каскадера, они освоили элементы латино, эстрадных танцев и многое другое. Можно обозвать это танцевальным фитнесом. Тут элементы шейпинга, элементы аэробики и много танцевальных элементов. Все это вот мы как бы вместе соединяем, и вот народ наш занимается именно этим. Знаменитая цитата почтальона Печкина о том, что жизнь на пенсии только начинается, актуальна и для одной из участниц клуба Ирины Кудряшовой. Всю жизнь о танцах она только мечтала, но, получив заслуженный бессрочный отдых, сумела воплотить мечту в жизнь. Заряжаешься вот энергией в этих танцах, с этой музыкой. Мы много двигаемся, поэтому, не знаю, я после занятия, если и пришла уставшая, то отсюда идешь как налегке, как летишь. Встречи клуба проходят уже больше 3 лет. За это время его активные участницы сумели развить пластичность, улучшить координацию и даже снизить давление. Присоединиться к группе может любой, возрастные ограничения от 50 и выше. Самой старшей участницы всего немного за 80. Татьяна Колганова, Дмитрий Миронов, «Воскресенские вести».